Давайте найдем 55-й. Это рядом. На этой же странице 55-й. Могу ли постичь любовь Христа, завет Его крови святой? Уже ли Он умер за меня, когда я был Ему чужой? Могу ли постичь любовь Христа, завет Его крови святой? Уже ли Он умер за меня, когда я был Ему чужой? Любовь Христа побед залог, ведь за меня страдал сам Бог. Любовь Христа побед залог, ведь за меня страдал сам Бог. О, тайна глубже всяких тайн, без вины злыми умерщвлен. Спасенья согрешивших план Отцом Небесным утвержден. Любовь Христа да знают все, на небеса, на земле. Любовь Христа побед залог, ведь за меня страдал сам Бог. Оставил в небе свой престол, на землю грешником сошел. Уничижил, смирил себя, пошел на казнь, нас возлюбя. Любовь Христа светлее дня, во тьме греха шла меня. Любовь Христа побед залог, ведь за меня страдал сам Бог. Мой дух в темнице изнывал, греха цепями скован был. Христос небесный свет послал, оковы крепкие разбил. По милости я стал другим, поднялся, встал, иду за ним. Любовь Христа побед залог, ведь за меня страдал сам Бог. Не осуждения не страшусь, все за меня совершил Иисус. Он мой спаситель и глава, мне жизнь дают Его слова. Хранит пути, а на конец Он даст мне золотой венец. Любовь Христа побед залог, ведь за меня страдал сам Бог. А другой номер 73. Спаситель за меня в могиле был. Он отсюда меня освободил. Спаситель за меня в могиле был, Он отсюда меня освободил. Кто верит в Сына, тот имеет верь, жизнь вечную теперь. Истина, истина, я вам говорю, истина, истина, радостная весть. Кто верит в Сына, тот имеет верь, жизнь вечную теперь. Он на себя грех мира возложил, Он долг души греховной заплатил. Кто верит в Сына, тот имеет верь, жизнь вечную теперь. Истина, истина, я вам говорю, истина, истина, радостная весть. Кто верит в Сына, тот имеет верь, жизнь вечную теперь. Я ничто полагаюсь на Него, я слаб, но верю слову я Его. Кто верит в Сына, тот имеет верь, жизнь вечную теперь.
дверь. Истина, истина, я вам говорю, истина, истина, радостная весть. Кто верит в Сына, тот имеет дверь, жизнь вечную теперь. Я недостоин, но сомнения нет, всех приходящих ждет Его привет. Кто верит в Сына, тот имеет дверь, жизнь вечную теперь. Истина, истина, я вам говорю, истина, истина, радостная весть. Кто верит в Сына, тот имеет дверь, жизнь вечную теперь. Номер 88. Грех победить. О, желаешь ли ты? Есть сила в крови. Сила в крови. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крала в крови. Сердце в свободу Христову войти. Есть сила в Его крови. Сила Божья, животворная в крови Христа. Сила Божья, животворная в драгоценной крови Христа. Хочешь ли гордость и страсть умертвить? Есть сила в крови, в крови Христа. Все же Христос, все грех удалить. Есть сила в Его крови. Сила Божья, животворная в крови Христа. Сила Божья, животворная в драгоценной крови Христа. Жаждешь ли снега белее ты быть? Есть сила в крови Христа. Крови Иисуса все может омыть. Есть сила в Его крови. Сила Божья, животворная в крови Христа. Сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. Господу хочешь ли верно служить? Есть сила в крови, сила в крови. Жизнью устами Иисуса хвалить. Есть сила в Его крови. Сила Божья, животворная в крови Христа. Сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. На ваших сиденьях где-то есть вот такие обложки, белые песенники. А в них есть песни по-молдавски. А потому мы споем 110 номер отсюда. Самяну винеси пьяница формели. Ал сеус венсинже, я держу, шиес белес бел пекал. Дестукен луку миосус, а фос кручифика. Ай, кинта, давай. Крединца мяной пенеси. Давайте споем по-русски тогда, оставим молдавскую. А, скажите, какой? Не знаешь, какой? А, примкните к Иисусу, 123 номер. 123 вот здесь напишем. 23. Щи-щи. Ну, давайте, давай. Извините. 117. Да. Когда тяжесть нам на сердце ляжет, скажем Иисусу, когда горе давит нас и морит, скажем лишь только Ему.
Скажем Иисусу, скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как и наш Спаситель Христос. Слез потоки обжигают щеки. Скажем Иисусу, скажем Иисусу, грех ли тайный мучит постоянно, скажем лишь только Ему. Скажем Иисусу, скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как и наш Спаситель Христос. Скорбь земная душу угнетает, скажем Иисусу, скажем Иисусу, иль заботы тянут от работы, скажем лишь только Ему. Скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как и наш Спаситель Христос. Смерть или тени вносят брак сомнений. Скажем Иисусу, и вздыхаем о Господней славе, скажем лишь только Ему. Скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как и наш Спаситель Христос. Пожалуйста. Good to see everybody here tonight. Я очень рад видеть каждого из вас этим вечером. А сколько из вас сегодня в первый раз с нами? Кто может поднять руку? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать даже. Во! We're glad you're here tonight. Мы очень рады тому, что вы здесь вместе с нами. And if you're here from the Ukraine, we're glad you're here. И если вы житель Украины, мы также вас приветствуем сегодня. And we're here to pray tonight. Здесь мы вместе для того, чтобы молиться вместе, аж для того, чтобы славить Господа. And preach the word of God. И проповедовать Божье слово. And encourage you in the Lord Jesus Christ. И ободрять вас, Господи Иисусе Христе. We really appreciate you being here tonight. Мы очень признательны вам, что вы находитесь здесь. And we understand the burden you're under. Мы понимаем то бремя, которое на вас легло. And we're praying a lot for you. И мы много молимся о ситуации. And we're praying for the war to end. Чтобы война наконец-то закончилась. So that people can rebuild their lives. Чтобы люди могли снова восстанавливать свои жизни. But I believe. И я верю. That God has got everyone here for a reason. Что у Бога все имеет свое назначение. Каждый здесь по причине, которая желает знать Бог. I believe in divine appointments. Что это божественная встреча, чтобы вы были здесь. I remember when God called me into the preach. Я помню тогда, когда Бог призывал меня к проповеди. I thought God made a mistake. Я думал, что Бог сделал ошибку. And I never thought in a million years that I'd be over here. И я никогда не представлял себе, что я окажусь здесь. But I'm glad that the Lord brought me. Но я очень рад тому, смотря назад, что Бог привел меня сюда. So we appreciate the Lord. We appreciate Потому what you're here for. Мы очень признательны Господу и тому, что вы находитесь среди нас. And I want you to know we are here to help. А что мы здесь для того, чтобы вам помочь. So you come here. Потому приходите, не стесняйтесь. Services here on Sunday at 5. Мы имеем служение здесь в воскресенье в 5 вечера. And on Wednesday at 5. И в среду в 5 вечера. And we'll do our very best to help everybody that comes. Мы постараемся приложить все усилия, чтобы помочь каждому, кто будет здесь. How many have a husband that's in the conflict? Может быть, у кого-то из вас есть муж, который остался в стране там и на передовой воюет. Anybody like that here? Если есть у кого-то мужчины, которые нуждаются в защите, в охране, в Божьей. Да. Okay. He's there only, he's not in the war. Okay, well, that's hard thing for him to stay да, there. Да, для него также, наверное, там труднее приходится, чем вам здесь. But we're here to help you. Но мы здесь, чтобы вам помочь. And we're praying.
И мы молимся об этом. But we not only pray. Не только молимся. We want to be a help to you. Мы хотели бы быть вам в помощь. And encourage you while you're here. И ободрить вас, пока вы здесь находитесь. Now, I hope the doctors were good to you on Friday. Надеюсь, что в пятницу вам доктора помогли в тех вопросах, которые вы им рассказали. I never been so tired in all my life. Я не был таким уставшим за всю свою жизнь. I was a pediatrician. Pray. Потому молитесь. We're trying to get the doctor back here for the ultrasound machine. Мы постараемся привести того доктора с аппаратом УЗИ сюда. And it'll probably be in a week or so. Может быть, это будет через неделю. And so if you have some internal problems, потому если у вас есть внутренние какие-то там недоработки или чего-то там, мы оставим объявление на дверь, поставим объявление об этом, сказал всех, чтобы те, которые нуждаются в обследовании, могли получить его. So if you have any kind of issues, you can let us know. Потому если есть у вас такие предметы, позвольте нам знать об этом. And so we're going to try to make that happen for a lot of you here. Для того, чтобы все из вас, которые в этом нуждаются, могли это получить. But we're so thankful for the you coming. И мы очень рады тому, что вы пришли сегодня. And being here tonight. А этим вечером вместе с нами. And so thank you for coming. Потому спасибо вам за то, что вы пришли. Now here's what we're going to do tonight. Этим вечером вот что мы хотели бы сделать. We have a message from the Bible. А проповедь из Библии вначале. So you just listen for about 30 minutes here. Потому, может быть, 30 минут, запаситесь терпением. And we'll try to get you out on a good time, okay? И чтобы вы могли быть свободны через 30 минут. Just want to encourage you. А мы хотели бы просто ободрить вас Божьим словом. All right. Вооружитесь карандашом, запишите себе несколько мыслей. We've got a book tonight. Сегодня мы вручим вам каждому книжку. And we've got books on about 180 different subjects of the Bible. 100 разных, больше чем 100, наверное, предметов библейских объясняется в этих книжках. Questions that you might have about the Word of God. Возможно, те вопросы, которые вы задавали, и ответы находятся в Божьем Слове. There's a book back there. А там есть книжка. Why did God create Satan? Почему Бог создал сатану? Why has that all happened? Зачем это все произошло? You know, there's different questions, but tonight. Есть разные вопросы. We have a book for you. Сегодня книжка, которая называется. It's not how you start, it's how you finish. Не то, как ты начинал, а чем ты заканчиваешь. And this book comes from the Bible. Вот это библейская тема. So we want to make sure. Потому мы хотели бы, чтобы каждый из вас that you can read this 7 minutes. Прочитал и проследил свою жизнь. It takes 7 minutes to read this. А вам потребуется 7 минуток, чтобы прочитать. And somebody in here told me I read it in the morning. И кто-то мне сказал, что я с утра читаю, как только просыпаюсь. That's good. Это здорово. It encourages you through the day. Это поможет вам на протяжении дня не разочаровываться. So I want to make sure we get everyone a copy of that tonight. Мы хотели бы, чтобы у каждого была такая копия. Thank you for coming tonight. Спасибо за то, что вы пришли сегодня. All right, let's stand for prayer. Давайте мы встанем для молитвы вначале. Brother Andre, you pray for. А брат Андрей, попросим помолиться. Аминь. Go ahead and be seated. Занимайте ваши места, пожалуйста, теперь. I want you to look at Exodus chapter 30. А сегодня мы откроем наши Библии в книге Исход, 30 глава. And I want to bring an important message. А это будет очень важная проповедь на страничке 93. And the Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament is the Old Testament revealed. Ветхий Завет, он запечатлен в Новом Завете, а Новый Завет, он распечатывает или раскрывает то, что было записано в Ветхом Завете.
And look what it says in Exodus 30, verse 11. Посмотрите в 30 главу, стих 11. And we'll read down to verse 16. И мы прочитаем до 16-го, 5 стихов. Go ahead, brother. И сказал Господь Моисею, говоря: «Тогда будешь делать исчисление людей Израиля по числу их, то они дадут каждый выкуп за душу свою Господу, когда будешь исчислять их, чтобы не было между ними поражения, когда будешь исчислять их. Это дадут они каждый, кто проходит между ними, которые исчисляются половина шекеля в соответствии с шекелем святилища. Шекель есть 20 гер. Половина шекеля будет приношением Господним. Каждый, кто приходит между теми, которые исчисляются от 20 лет и выше, даст приношение Господу. Богатый да даст больше, бедный да даст меньше половины шекеля, когда будут давать приношение Господу, чтобы совершить искупление за души ваши. И возьми деньги искупления от детей Израиля, назначь их для служения скинии собрания, чтобы это было напоминанием детям Израиля перед Господом, чтобы совершать искупление за души ваши». Many times when you read the Bible in the Old Testament, много раз читая Библию в Ветхом Завете, many people have a difficult time with it because they don't understand the purpose of the Old Testament. У них трудное время, потому что они не понимают цель написания Ветхого Завета. It's all the Word of God, but there's a theme throughout the whole thing. Есть все Божье слово, но есть темы в Божьем слове. The Old Testament was a pattern of things that will be in the New Testament. Ветхий Завет, он является образцом тех вещей, которые будут описываться в Новом Завете. Everything God had in the law pointed to the fact that one day there would come a Messiah that would die on a cross and shed his precious blood. Все, на что указывал Ветхий Завет, это на Мессию, который должен прийти умереть на кресте для того, чтобы совершить искупление за грех. And that he would give his soul as a ransom for our sins. Где его душа будет выкупом за наши грехи. The word ransom means like someone being kidnapped and someone holds him for ransom. И искупление — это когда кого-то удерживают в рабстве, а пока не выплатится долг. The person holding them rightly doesn't own them, but they want a price paid for them that they might be given back to the rightful owner. И человек, который их удерживает в рабстве, он не владеет им, но он дожидается той суммы, которую ему задолжали. This is what happened to the lost humanity. God created us. God owns. But when Adam sinned, the devil took a lease of the human race. Вот что произошло с нами. Тогда, когда мы согрешили, дьявол завладел нами и теперь ждет, пока не будет уплачена вся сумма выкупа. The only way that could be satisfied, there had to be a price to pay. То, как может быть удовлетворен вот этот запрос, необходимо внести цену. The price was paid on the cross. When Jesus died, he shed his precious blood for you and I. И эта цена будет принесена на кресте, когда Иисус прольет свою драгоценную кровь за грехи всего человечества. Jesus Christ paid the price for your sins. Иисус Христос платит цену за ваш грех. He went to the cross. Он пошел на крест. He was beaten beyond recognition. Был избит до неузнаваемости. They took a cat of nine tails and they ripped open his body with that. They whipped him. Они взяли вот эти кнуты с такими острыми наконечниками, которые рвали кожу, когда вонзались в нее. There were seven leather straps on it, and on those leather straps were bones and broken glass. Эти семь хлыстов этого кнута, в которые были вплетены осколки стекол и острые кости. They put him on a whipping post. Они поставили его на вот этот постамент, где избивали. They beat him 39 times on his back, where you could see the actual the organs inside of his body. 39 ударов, которые разрывали кожу, и можно было видеть внутренние органы через разорвавшиеся раны. They made him carry his cross. Они заставили его нести крест. They nailed him to the cross. Они прибили его ко кресту. And they placed him on that cross and they put him down into a hole. И потом этот крест опустили в
яму, чтобы он держался. He gave up the ghost that day, shed all of his blood. Он отдал свой дух, пролив собственную кровь. He did it for us. Он это сделал ради нас. He paid the price for sin. Он заплатил цену за грех. You see, he took it on himself. Он взял всю вину на себя. He was made sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Он стал грехом вместо нас, чтобы мы были праведностью для Него в Боге. He died on that cross for you. Умер на кресте ради нас. They took him off that cross. А после чего его сняли с креста. They put him in a borrowed tomb. Они положили его в одолженную могилу. While his body lay in the grave. Тогда, когда тело находилось в могиле. His soul went to hell for 3 days and 3 nights. Его душа находилась в аду 3 дня и 3 ночи. Why did he go to hell? Почему же он оказался в аду? He went to hell to pay for our sins. Он пошел в ад, чтобы заплатить за наш грех. You know why we have to go to hell when we're not saved? Знаете, почему люди идут в ад, если они не спасены? Because that's where sin goes. Потому что туда назначено идти греху. If you're a sinner tonight, you've never been born again and never trusted Jesus Christ, one day you'll die, you'll pay for your sins in hell. И если вы не родились заново, не приняли Иисуса как личного спасителя, в один день этот грех предназначен попасть в ад. So Jesus Christ took our sins to hell. Потому Иисус Христос отнес грехи в ад. You see, tonight, этим вечером, you're either going to heaven or you're going to hell. Или вы идете на небо, или вы идете в ад. Tonight, этим вечером, you are either saved or you're lost. Или вы спасенный, или вы погибший. Tonight, сегодня, you either have called upon the name of the Lord or rejected the Lord Jesus Christ. Или вы воззвали Господу, или вы отвергли Господа. I'm not talking about being religious or going to church. Я сегодня не говорю о религиозности, о посещении церкви. I'm not talking about a denomination. Я сегодня не говорю о названии деноминации. It doesn't matter whether you're Catholic or Orthodox or Baptist or Pentecostal. If you don't know Jesus Christ, your Savior, you're either going to heaven or hell. Если вы не знаете Христа как личного спасителя, неважно, как бы вы ни назывались, вы идете или в рай, или в ад. But thank God. Но слава Господу. Jesus Christ didn't stay in hell. Иисус Христос не остался в аду. On the third day. На третий день. He came out of hell. Он вышел оттуда. He entered his body that was in the grave. Он вошел в собственное тело, которое лежало в могиле. And on the third day, Jesus Christ rose from the dead. И на третий день Иисус воскрес из мертвых. He did that to pay a ransom for your soul and my soul. Он сделал это, чтобы заплатить цену искупления за мою и вашу душу. I wonder tonight. Мне интересно этим вечером. If you died right now, where would you spend eternity. Если вы вдруг умрете, где проведете вы вечность? Jesus said, I'm the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как кроме через меня. Jesus said, I'm the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Иисус сказал, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Jesus said, I'm the door. By me if any man enter in, he shall be saved and go in and out and find pasture. Иисус сказал, я есть дверь, кто мною войдет и выйдет, тот пажить найдет. Are you saved? Спасены ли вы? If you died right now, where would you spend eternity? Если вы вдруг умрете, где проведете вы вечность? I ask people all the time. Я всегда людей спрашиваю. When did you get saved? Когда ты принял спасение? If you died right now, where would you spend eternity? Если ты вдруг умрешь, где ты проведешь вечность? You won't believe some of the responses I get. И вы не поверите тем ответам, которые мне приходится слышать. Well, I've been baptized. Они говорят, я был крещен. That's not salvation. В этом нет спасения. Well, my grandmother was a Baptist, and my grandmother took me to an Orthodox church. Моя бабушка, она была верующая, она водила меня в православную церковь. That's not salvation. В этом нет спасения. Well, brother Paul, I try to live the best life I can. Одни люди говорят, вот я стараюсь жить наилучшим образом. Your best life is not enough to get you to heaven. Ваша лучшая жизнь недостаточно, чтобы привести вас на небо. How'd you get saved? Как же ты был спасен? Well,
I keep the Ten Commandments. Вот я соблюдаю 10 заповедей. I try to live the best life I can. Я пытаюсь жить моральными принципами. All of those are good things, but that's not salvation. Все это хорошо, но в этом нет спасения. Salvation is of the Lord. Спасение от Господа. Salvation is Jesus Christ. Спасение в Иисусе Христе. You must be born again. Потому необходимо быть рожденным заново. Have you ever been saved? Были ли вы спасены? Have you trusted Jesus Christ your Savior? Доверились ли вы Христу как личному спасителю? So the first thing I want you to see here. Первое, что я хотел бы, чтобы вы увидели здесь. God tells us something about the ransom. Бог говорит нам что-то о искуплении. Or the atonement money here. Или о деньгах выкупа. Atonement means to be bought at one with God. Искупление значит приведены быть на одну территорию с Богом. To atone means to pay the price, to cover the price. Чтобы выкупить, это заплатить цену или заплатить сумму. God sets the amount of the atonement. И Бог упорядочивает сумму выкупа. God said it's going to be a half a shekel. И Бог говорит, это половина шекеля. Now what I want you to know tonight, brothers and sisters. То, что я хотел бы, чтобы вы знали, братья и сестры. It's not so much the cost of it, is it the fact the amount of it was the same for everybody. Это не количество, а то, что это распространяется на всех абсолютно. It didn't matter if you're rich or poor. Неважно, ты богатый или бедный. Everybody had the same amount paid. Всем нужно было заплатить одну и ту же сумму. That would equal 33 cents. И это равняется 33 центам. It wasn't something that cost so much. Это небольшая стоимость. Most people could afford that today. Большинство людей могли бы отдать 33 цента. Most people say I can afford 33 cents. Многие люди сказали бы, это не трудно для меня заплатить эту сумму. But it wasn't about the 33 cents, it's what's behind the 33 cents. Но не суть в 33 центах, а что стоит за 33 центами. It's the fact that the amount was set by God. Это количество, которое было утверждено Богом. The same was required for everybody. Все было упорядочено для каждого. Let's get this right tonight. И поймем это. There are not many ways to heaven. There's only one way to heaven. Нет множества путей на небо. Есть только один путь на небо. The only way to heaven is Jesus. Единственный путь на небо это через Иисуса. We are all saved by the same price, and it must be Jesus Christ's acceptance of His blood that paid for the sins of the whole world. Мы все спасаемся одним образом, принимая Его пролитую невинную кровь для искупления. That 33 cents. Эти 33 цента. It was the reflection of the price that was paid for the blood of Jesus by Judas. Это та цена, которая была заплачена Иуде. You don't remember what Judas did? Помните вы, что сделал Иуда? He sold the Lord out for 30 pieces of silver. Он продал Господа за 30 серебряников. Peter put it this way. И Петр описывает следующим образом. Look at 1 Peter chapter 1. Посмотрите в 1 Петра первую главу. 1 Peter chapter 1. 1 Петра первая глава. This is the word of God. Это то, что говорит Божье слово. This is what God wants to say to you today. Это то, что Бог желает сказать вам сегодня. 1 Peter 1. 1 Петра, 1 глава, verse 23. 23 стих. Being born again, not a corruptible seed, by the word of God, which liveth and abideth forever. Родившись опять не от тленного семени, но от нетленного, Словом Божьим, которое живет и пребывает вечно. Aren't you thankful for that? Look at verse 18. Посмотрите на 18 стих. Мы очень благодарны за это. For as much as ye know, you're not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by the tradition of your fathers. Поскольку вы знаете, что нетленными вещами, как серебро и золото, искуплены вы от вашей суетной жизни, полученной по традиции от отцов ваших. But by the precious blood of Christ is a lamb without blemish and without spot.
но драгоценной кровью Христа, как ягненка, без порока и без пятна. So the price was set by God. That's the blood of Jesus. Потому эта цена была утверждена Богом. Secondly, we see the act of salvation here. Во-вторых, мы видим действие спасения. There was something that caught my attention when I was studying this. И это то, что привлекло мое внимание тогда, когда я изучал эту тему. Go back to Exodus 30. Мы вернемся в книгу Исход 30 главу. And look what it says in verse 13. Посмотрите на 13 стих. Go ahead, brother, read it for me. Это дадут они каждый, кто проходит между теми, которые исчисляются половина шекеля в соответствии с шекелем святилища. Шекель есть 20 гер. Половина шекеля будет приношением Господним. You know what I noticed here? Заметьте, что я заметил здесь. They were to pay this as they were numbered. Они должны были заплатить это тогда, когда они исчислены. If they didn't pay it when they were numbered, God said that God would bring a plague upon them. Если тогда, когда их исчисляли, они не вносили плату, а это следовала какая-то язва на них. Look at verse 12. 12 стих. Когда будешь делать исчисление детей Израиля по числу их, то они дадут каждый выкуп за душу свою Господу. Когда будешь исчислять их, чтобы не было между ними поражения, когда будешь исчислять их. God said, if you didn't pay the price, there was going to be a plague on you. Бог говорит, если вы цену не заплатите, придет поражение на вас. When you see a plague show up in the Bible, тогда, когда мы видим поражение, появляется в Библии. It always has to do with death. Это всегда связано со смертью. He says, if they count them, they pay it. Если они были исчислены, они должны были внести плату. They numbered the people. Они перечисляли людей. That numbering is very important, brother. И это перечисление было очень важным. Because in order to count something, it has to belong to you. И для того, чтобы что-то посчитать, это должно принадлежать вам. I look over here. И когда я смотрю сюда, I see Пелевой. Я вижу Полевого. I don't know how much money he's got in his wallet. Я не знаю, сколько денег есть у него в кошельке. I mean, I don't know why I can't look at him and say how much money he got. Я не могу, посмотрев на него, сказать, что, ага, у него есть там столько-то денег. He can't look at me. Он также может смотреть на меня. See what kind of money I got in my wallet. И видеть, сколько денег есть в моем кошельке. Do you know how much I got in my wallet? А знаете, сколько у меня в кошельке? Не знаю. You do? А вы знаете, man, что знаете? You got X-ray eyes, boy. Тогда у вас глаза как рентгеновские, вы все там просвечиваете. You know why? He probably won't let me count what's in his wallet. Наверное, что он не позволит мне считать то, что у него в кошельке. Right. Why? Because he has a right to what's inside his wallet. У него есть право на то, что as I've got a right on what's inside my wallet. О, мое право считать то, что в моем кошельке. Why? Because it's mine. Because it's his. Потому что кошелек принадлежит ему, и кошелек принадлежит мне. God says the only one he counts are those that have been redeemed. Бог говорит, те, которые считаются, это те, которые выкуплены. You remember the story over in First Chronicles? Помните вы историю из первой книги Хроник? David got the idea who's going to count the people. И у Давида появилась идея пересчитать Божий народ. Joab came to him and says, "Don't count them." А Иоав пришел и говорит, не стоит тебе этого делать. David said, "I'm going to count the people anyway." А Давид настаивает на своем, говорит, я все равно их пересчитаю. Joab says, "Wait, king. There's a rule for counting those people." И Иоав говорит, вот есть правило для того, чтобы пересчитывать народ. You can only count them if they pay the price for redemption. Ты можешь их считать только тогда, если они вносят плату. If they haven't been counted, they will receive a plague. И если они будут исчислены, но плату не внесли, они понесут поражение. Remember what happened? Помните вы, что произошло? He counted them anyway without them being redeemed, and God sent a plague to them because of what he did. Он посчитал их без того, чтобы они внесли плату искупления, и Бог послал поражение на них. You say, well, why would God smote those people? Вы скажете, почему Бог уничтожил этих людей?
людей. Because God said the only one that belongs to him are the ones that have paid the price. Бог говорит, что те ему принадлежат, которые вносят цену. The price has been paid in full. Цена была полностью оплачена. Until they've been paid for, they do not belong to God. Are you listening? А до тех пор, пока плата не заплачена, они Богу не принадлежат. We know David repented because he had sinned in such a terrible way. И мы знаем, что Давид раскаялся, потому что он согрешил этим ужасным поводом. Why? Почему? He counted something that didn't belong to him. Он посчитал то, что та цена, которая не была внесена. I want you to know, я хотел бы, чтобы вы знали. God knows everyone in here that are his. Бог знает, кто ему здесь принадлежит. He knows the price he paid for him. Он знает ту цену, которая за них заплачена. He knows the exact price it cost to redeem you from your sin. Он знает точную цену, которая стоит, чтобы внести, чтобы искупить вас от греха. You can trust him if you're one of God's and you've been numbered by the Lord. Вы можете доверять ему, если вы принадлежите Господу и вы познакомились с ним лично. Are you one of God's? Являетесь ли вы Божьим? Are you born again? Рождены ли вы заново? If God looks down in your soul tonight, если Бог заглянет в вашу душу, does he see somebody that's born again? Увидит он человека, рожденного заново? Does he see somebody that has a new creature in Christ? Увидит ли он того, который является новым творением во Христе? You see, when God looks at us, he sees somebody either forgiven or somebody that's unforgiven. Когда Бог смотрит на нас, он видит, прощены мы или остаемся без прощения. You know what the Bible says in the last days? Знаете, что Библия говорит, что в последние дни many have a form of godliness, but deny the power thereof. Многие имеют форму благочестия, силы же благочестия отреклись. On the outside, понаружи, they look like a Christian. Они выглядят как христиане. They may even you might even say there's a clean people there. Можно даже сказать, что да, это порядочные люди. You can be clean on the outside, but be full of sin on the inside. Может быть, и понаружи это опрятные, чистые люди, но полные греха внутри. You know what we like to do? Знаете, что нам нравится делать? We like to point out who's sinners and who's not. Нам очень доставляет удовольствие показать, а вот он грешник, хуже, чем я. Man, look at that drunkard. Посмотри на того пьяницу. What a sinner he is. Какой он грешник. She does drugs. А вот она употребляет наркотики. He smokes. А он курит. But let me ask you something. Хотел бы я спросить вас. What's sin? В чем же суть греховная? The Bible says all unrighteousness is sin. Библия говорит, что всякая неправда есть грех. Bible says he that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Библия говорит, что кто разумеет делать добро и не делает, это есть грех. What about the sins you can't see? Что насчет тех грехов, которые не видны физическим глазом? What about envy? Насчет зависти? What about jealousy? Насчет ревности? What about a covetous heart? Насчет лукавого сердца. What about somebody that hates somebody inside, but you can't see it on their face? Или когда кто-то кого-то ненавидит внутри, но это не видно на лице. What about bitterness? А что насчет горечи? Bible says bitterness defile many. Библия говорит, что горечь она многих поражает. See, it's not so much the outside that's important, it's the inside that's important. Не столько важна внешность, сколько важна внутренность. Jesus said it's not the things from without it a man to defile him, it's the things from within. Иисус говорит, не то, что входит в человека, оскверняет человека, а то, что выходит из него, то предельно скверно. Have you ever received Jesus as your Lord and Savior? А приняли ли вы Иисуса как вашего Господа и Спасителя? You know another thing I see here? Знаете, еще одну вещь, которую я заметил здесь? Each person had to pay. Каждому человеку нужно было вносить плату. Why did everybody have to pay? А вы скажете, а почему каждый должен платить? They all had to pay because they were guilty.
все должны были платить, потому что все виновны. You see, if you're not saved, если вы не спасены, one day when you die, you're gonna pay for your sins. В один день, тогда, когда вы умрете, вам предстоит платить за ваши грехи. Why don't you trust Jesus Christ? Почему мы не довериться Иисусу Христу теперь? He shed his precious blood to pay for your sins. Который пролил свою драгоценную кровь, чтобы заплатить за ваш грех. So you can have eternal life. Чтобы вы могли иметь жизнь вечную. So you didn't have to go to the grave unforgiven. Чтобы вам не нужно было уходить в могилу непрощенным. Bible says in whom we have redemption through his blood the forgiveness of sins. Библия говорит, в ком мы имеем искупление кровью его, прощение грехов. We're all guilty before God. Мы все виновны перед Богом. You can be as good as you want to be. Вы можете быть настолько хорошим, насколько вы захотите. You can try to do as many good things as you want to do. Вы можете сделать столько добрых дел, сколько вы захотите сделать. But before God, all mouths will be stopped, and we're all guilty before God. Но перед Богом все уста умолкнут, потому что мы все виновны перед Богом. If you're lost today without Jesus Christ, если вы погибший без Иисуса Христа этим вечером, you don't have to be lost. Jesus paid the price for you. You can receive salvation. Вам не нужно оставаться погибшим. Вы можете принять спасение. There's only one payment for sin, and that's the blood of Jesus. Только одна плата за грех, и это благодаря Господу Иисусу. Something else about this. Есть еще нечто здесь. The age of the subjects. Это возраста тех, которые должны вносить плату. Notice verse 14. Посмотрите на 14 стих. Everyone that passed among them are numbered 20 years old and above. Каждый, кто приходит между теми, которые исчисляются от 20 лет и выше. God set the age. Бог поставил вот это ограничение возраста. The age in the Old Testament for a young man to be responsible in his life was 20 years old. Чтобы молодой человек был ответственен за собственную жизнь, это 20 лет. When you were 20 years old, когда вам становилось 20 лет, you were considered an adult, a man in the Old Testament. Теперь вы считались мужчиной в Ветхом Завете. And they had the responsibility over their family. И у них была ответственность за свою семью. God set the stage of what who was had the age of accountability. И Бог поставил вот это ограничение возраст совершеннолетия. You know something? Знаете, we had five kids get saved this morning. Мы имели пять детей, которые приняли спасение сегодня. Those kids understood that they were sinners. Эти дети, они поняли, что они грешные. Those kids understood that Jesus Christ paid the price on the cross. Они поняли, что Иисус Христос внес эту плату, будучи на кресте. And they called upon the name of the Lord. И они воззвали к имени Господа. Have you reached that point in your life? Достигли ли вы такого возраста в вашей жизни? When you realize you're a sinner. Тогда, когда вы осознаете, что вы грешны. And you understand what sin is. Когда вы осознаете, в чем состоит суть греха. And you understand what Jesus Christ did for you, you can be saved. Когда вы осознаете, что Христос сделал для вас, вы можете быть спасенным. So not only do I see the age of accountability. Потому мы не только видим возраст совершеннолетия. There was an appointment for service. Но также было и указание на служение. Notice in verse 16. Посмотрите на 16 стих. И возьми деньги искупления от детей Израиля, назначь их для служения скинии собрания, чтобы это было напоминанием детей Израиля перед Господом, чтобы совершить искупление за души ваши. You know what there was here? Знаете, что здесь написано? They collected the money from the people. Они собрали деньги с людей. You know what they did? It was a half a shekel. И это было половина шекеля. For 603,000 men. А с 630 человек. That was 33 cents a shekel. Это 23 цента от составляет шекель. You know how much they collected? Знаете, сколько денег собралось? $10 million. 10 миллионов долларов. You say why? Вы скажете, почему? So they could take care of the house of God. Чтобы они могли позаботиться о доме Божьем. You know, after you get saved, знаете, что после чего вы принимаете спасение. You want to start being a help to the church of God. Вы хотите быть помощью Божьей церкви.
I wonder tonight. Мне интересно этим вечером. Where are you at with the Lord? Где находитесь вы в взаимоотношениях с Господом? The bottom line is somebody paid the price for you, and that was Jesus. И вывод в том, что Иисус заплатил цену за вас, и этим человеком был Иисус. You know what happened? Знаете, что происходит? Jesus paid a price for our sins. He bought everything back. Иисус заплатил цену за наш грех. Он забрал нас обратно из рабства. There was a boy, there was a father and a son. Был однажды сын с отцом. He was walking down the street. Которые шли по улице. And the little boy saw a beautiful boat in the window of the store. И мальчик увидел красивую кораблик в витрине магазина. And he said, "Dad, I'd like to have that boat." И он сказал: "Папа, я хотел бы, а чтобы этот кораблик ты мне купил." He said, "I don't have the money." Но у меня нет денег, сказал отец. But the little boy says, "Back home in the house, I have a box full of money, and I want to buy that boat." И мальчик сказал: "У меня дома есть копилка, в которой много монеток. Я бы хотел выкупить этот кораблик." It was a beautiful boat. Это было красивая подделка. It was blue and red and white. Там был синий, белый и красный цвета. And that little boy wanted it, so he ran home and he got it, got the money. Потом мальчик очень хотел купить этот кораблик, он побежал домой и притащил свою копилку. And he went back to that store and he bought that boat. Пошел в магазин для того, чтобы купить кораблик. And he was so excited. Он был таким восхищенным. Because by his house, потому что рядом с его домом, he had a river. Была река. And he couldn't wait to put the boat in the river. И он хотел проверить, как плавает кораблик. So the next day, на следующий день, he went out and he put that big little boat in the river. Он пришел к речке и поставил кораблик на воду. And he tied a string to it. Привязав к нему нитку. And the river started to flow really strong. И там течение пошло очень сильное в реке. And all of a sudden, и вдруг, the string broke that the boat was hitched to. Нитка оборвалась, которая держала кораблик. And that boat went down the river. И этот кораблик поплыл дальше and по реке. And he's running after it on the. Он бежал по берегу, чтобы догнать кораблик. And all of a sudden, it went out of his sight. И вдруг кораблик скрылся из его виду. He ran home, man. He was crying. He was upset. Он пришел домой очень печальный. He's told his dad. He says. Рассказал об этом отцу. We gotta go find this boat. И сказал, я хотел бы найти свой кораблик. So they looked all over the shore. Они искали его вдоль берега. And he said, we can't find it. И не могли найти. Little boy was so disappointed. И мальчик был очень разочарован. About 4 days later. 4 дня спустя. He starts walking down the same street. Когда он шел по той же улице. And all of a sudden, the boat, his boat, он увидал свой кораблик. Is back in that shop. Снова в этом магазине. It's all cleaned up. А он был чистый. And so he goes in. Он заходит в магазин. He says, "Hey, that's my boat. I need it back." И говорит, это мой кораблик. Я хотел бы забрать его обратно. He says, "It's not your boat." Он говорит, нет, это не твой кораблик. He said, "What do you mean?" Starts having an argument with the clerk. И он начал спорить с продавцом. He said, "No, no, no. That's not your boat." Нет, 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 это не твой кораблик. He told his dad, he said, "We got to go buy it. We got to go get it." И он снова пришел к отцу и рассказал о том, что он нашел свой кораблик. So the dad agreed. И отец согласился. Went back home. Они пошли домой. Got some money. А взяли денег. Came back to the shop. Пришли в магазин. And he walks up to the clerk. И подошел к обслуживающему магазину. And gave him the exact money for the boat. И дал снова сумму денег за этот кораблик. He says, "I just wanted to buy that boat back." И он говорит, я хотел бы выкупить этот кораблик снова. I wanted to buy it back. He had the exact money. И у него было достаточно денег, чтобы его снова выкупить. Do you know that's what Jesus Christ did for us? Это то, что Иисус Христос сделал для нас. In the garden, man sinned. А в саду согрешили люди. But then the devil stole the soul of that man away from God. Дьявол, он забрал душу этого человека от Бога. But Jesus Christ. Но Иисус Христос. Went to Calvary. Пошел на Голгофу. Shed his precious blood to buy us back. Пролил свою драгоценную кровь, чтобы выкупить нас обратно. He stretched out his arms on that cross. Он распростер свои руки на кресте. He shed his precious blood so we could be bought back. Он пролил свою драгоценную кровь, чтобы нас выкупить обратно. Question tonight is, вопрос к вам этим вечером. Where are you going to spend eternity? Где проведете вы вечность?
You say, preacher, I don't know. Вы скажете, проповедник, я не знаю. Today is a day of salvation. Сегодня есть день спасения. Not tomorrow. Не завтра. Not next week. Не на следующей неделе. He paid the price in full. Он уже полностью заплатил цену. Where are you going to spend eternity? Где проведете вы вечность? Let's stand for prayer. Давайте мы встанем для молитвы. All heads bowed, eyes closed. Тогда, когда наши головы склонены и глаза закрыты. I wonder tonight. Мне интересно этим вечером. You're here. Если вы находясь здесь. And you heard preaching tonight. Прослушали проповедь. You heard the word of God read. Прослушали Божье слово читаемое. I wonder tonight. Мне интересно этим вечером. Where will you go when you die? Где проведете вы вечность, когда умрете? You're not saved by religion. Вы не спасаетесь религией. You're not saved by church. Не спасаетесь церковью. You're not saved because you tithe or give to church. Не спасаетесь десятиной или тем, что вы отдаете в церковь. You're saved by Jesus Christ. Вы спасаетесь Иисусом Христом. I wonder what will happen to you if you died right now. Мне интересно, что с вами произойдет тогда, когда вы умрете. If you don't know Christ. Если вы не знакомы с Иисусом. These kids believed in by faith today. Они поверили, а приняли это верой. You can do the same. Вы можете поступить так же. One thing I know. Одно я знаю. We're all gonna die. Что всем предстоит умереть. But the question is tonight. А вопрос вот в чем состоит. Where will you spend eternity? Где проведем мы эту вечность? Jesus Christ paid the price for your sin. Иисус Христос заплатил цену за ваш грех. If you want to get saved tonight. Если вы желаете быть спасенным этим вечером. Come right now to the front. Пройдите сюда вперед. And repent. Чтобы раскаяться. We can show you out of the Bible how to be saved. И что мы могли показать вам из Библии, как быть спасенным. Is there anybody here tonight? I've heard the preaching. Есть, может быть, этим вечером кто-то, кто скажет, я прослушал проповедь. And I know I need to make a decision. Я знаю, что мне необходимо принять это решение. Anybody like that? Если есть такие желающие. Doesn't matter whether you're from Ukraine or Moldova or Russia. Неважно, вы с России, с Молдовы, с Украины, Spain, с Америки. Wherever you're from, doesn't matter. Откуда бы вы ни были. You've got to make that decision personally. Вам лично нужно сделать такое решение. About this. Я думал об этом. Many families will be separated. Многие семьи будут разделены. One saved and one's not. Один спасен, другой нет. How about you? Что насчет вас? Are you going to heaven when you die? Попадете ли вы на небо, когда умрете? If you want to get saved, you can come right now. Если вы хотите быть спасенным, сделайте это теперь. We're not going to keep this going tonight. Мы не станем из-за этого затягивать. Мне предстоит молитва. If you'd like to talk to one of us afterwards about your soul. Если вы желаете поговорить с кем-то из нас после окончания. We'll talk to you. Мы рады с вами поговорить. Lord, we're grateful for Jesus Christ tonight. Господь, мы благодарны тебе за Иисуса Христа этим вечером. Thank you that the ransom was paid. Благодарим за то, что цена искупления была выплачена. Thank you, Lord, that the price was set. Благодарим за то, что цена была утверждена. Lord, thank you that for the blood that you shed on the cross for our sins. Благодарим тебя за ту кровь, которая была пролита за наши грехи. Ultimately, to buy us back, Lord. Для того, чтобы выкупить нас обратно. There's nothing we could do for salvation. Нет ничего, что мы могли бы сделать для спасения. You paid the price. Ты заплатил всю цену. You went to the cross alone. Ты пошел на крест одиноко. We love you for it. We thank you, Lord. Мы любим тебя и благодарны тебе за это. Bless each person that came tonight. Благослови каждого, кто пришел этим вечером. May the Holy Spirit work in people's lives. Пусть Дух Святой работает в людских жизнях. Thank you for Jesus Christ. Спасибо за Иисуса Христа. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Amen. Аминь. You can be seated, please. А занимайте ваши места, пожалуйста. Brother Andre, you come. We'll have a Брат song. Брат Андрей, с пением, пожалуйста. А 94-й номер найдите ваших песен, и как споем вместе. Мягко и нежно Иисус призывает, всех призывает любя. Встал у порога, стоит, ожидает. Ждет Он меня и тебя. 94-й номер. Мягко и нежно Иисус призывает, все призывает любя. Встал у порога, стоит, ожидает. Ждет Он меня и тебя. Приди, приди, всякий, кто жаждет, приди. Нежно любовью Иисус призывает, грешник, немедли приди. Можно ли
ли медлит, когда Искупитель просит о каждом скорбя? Дар благодати приять не хотите, дар для меня и тебя. Приди, приди, всякий, кто жаждет, приди. Грешник, немедли приди. Бог не смущается, тьмя торжествует, сердце пощада губя. Время проходит в обитель иную, кричут меня и тебя. Приди, приди, всякий, кто жаждет, приди. Иисус призывает, грешник, немедли приди. Мире любовь дам Господь отличает, жертву отдал Он себя. Мы согрешили, но Он нам прощает, примет меня. Приди, приди, всякий, кто жаждет, приди. Иисус призывает, грешник, немедли приди. Thank you for coming tonight. Спасибо за то, что вы были здесь этим вечером. And if you've come here from the Ukraine tonight, если вы из Украины этим вечером находитесь здесь, I'd like you to stay afterwards a little bit. I'd like to talk to you. Я попросил бы вас остаться, а хотел бы поговорить. Not too long. Не надолго. And just encourage you a little bit. Для того, чтобы вас чем-то ободрить. I want to encourage you. Easter's coming up. Я хотел бы сказать, что приближается праздник Пасхи. On the 24th here. 24 апреля. It's going to be a great time. Это будет прекрасное время. You'll want to be here, I promise. И я попросил бы вас постараться быть здесь. We got some special things. Где будут специальные номера? Invite people to come. Приглашайте людей на это служение. We want to encourage you. А которое вас во многом ободрит. We want you to feel like somebody loves you, cares about you. Мы хотели бы, чтобы вы прочувствовали, что кто-то о вас заботится и любит. So please, потому, пожалуйста, mark on your calendars. Отметьте в вашем календаре 24 апреля. So we appreciate it. И мы будем рады с вами увидеться. Aren't you thankful the ransom for our souls paid? Разве вы не благодарны тому, что цена за наше искупление уплачена? And don't forget. Не забудьте. We love you. Мы любим вас. Care about you. Заботимся о вас. And know that. И помните об этом. And you know. Keep loving people. Продолжайте любить людей. One thing I understand. Одно то, что я понимаю. Every person in this town wants love. Каждый человек в этом городе нуждается в любви. If they can't find it in people, Christian people. Если они не могут найти это у христиан, they'll go to the bottle. Они пойдут к бутылке. They'll go to drugs. К наркотикам. They'll go to prostitution, к проституции, к прелюбодеянию. But God says, Бог говорит, you come to me, придите ко мне, and I'll give you all the love you need. И я предоставлю вам ту любовь, которой вы так нуждаетесь. Somebody we were talking to a couple days ago. И я говорил с кем-то несколько дней назад. She said, она мне сказала, what's the mark of a Christian? А в чем же отличительная черта христианина? If there was one thing that you could describe a Christian. Если есть один предмет, как описать всех христиан? There's one word. Это одно слово. Love. Любовь. God loves you. Бог любит вас. It's a wonderful thing. И это прекрасно знать. We have a word of prayer. Мы совершим молитву. Then you're dismissed. God bless you. А после чего вы можете быть свободны. Brother Vaughn, you pray for us, please. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за цену, которую Ты внес своей драгоценной кровью, пролив на кресте, чтобы каждый из нас не шел в ад, не терпел наказание за грех, которое Ты уже претерпел. Благослови
каждого из нас пониманием и желанием принять ту цену, которую ты уже уплатил, для того, чтобы радоваться жизни, не терпеть мук в этой жизни, а также и впоследствии, находясь в аду. Молимся тебе, благослови нас при расходе, помоги нам быть ободрением друг для друга, передать эти истины тем, которые не смогли быть здесь по каким-то причинам. А, Господи, молимся тогда, когда настанет снова среда. Напомни нам снова об этой встрече, для того, чтобы земная суета или какие-то дела не отвлекли нас и не забрали от нас тех уроков, которые необходимы для возрастания в Тебе и укрепления внутреннего человека. Будь Ты возвеличен и прославлен в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь. God bless, shake hands and fellowship. Brother Бог да благослови. Thank you.